В историческом парке «Россия. Моя история» начала работу мультимедийная выставка «Герои спецоперации». Экспозиция охватывает истории жизни 21 героя СВО и представляет подвиг каждого из них в формате графических новелл. Серия мультимедийных выставок «Герои спецоперации» стартовала 22 февраля в Москве. Экспозиции, посвященные подвигам участников СВО, открываются на площадках парков «Россия. Моя история» по всей стране. В Твери ее создали по инициативе студентов факультета анимации университета «Синергия». Здесь рассказывается не только о наших солдатах и офицерах, но и о добровольцах, находящихся в зоне СВО. И, безусловно, данная выставка, она важна для воспитания наших детей, нашей молодежи, духа и понимания таких главных истинных принципов жизни, истинных духовно-нравственных ценностей. В рамках проекта проходит фестиваль документального кино «Артель.док. Время героев». Параллельно с работой экспозиции организованы показы фильмов об участниках спецоперации. Среди них ленты о начале боев за Мариуполь, о поездках на фронт артистов, о работе врачей и журналистов под ежедневными обстрелами. Так, на открытии выставки 18 марта была показана работа «Культурный фронт» о поэтах и музыкантах, которые на передовой поддерживают наших солдат. Отдельный блок выставки посвящен представителям Верхней Волжи. Среди них герои России Василий Клещенко, награжденные Орденом Мужества Никита Спиридонов, Алексей Шабанов и другие. Их вклад в общую победу отметил и глава региона, приславший приветствие организаторам и гостям выставки. Наши военнослужащие сегодня самоотверженно сражаются с вновь поднявшим голову нацизмом, отстаивают право России на суверенное развитие. Вооруженные силы и весь народ России еще раз докажут всем, кто забыл уроки истории, что нашу отчизну никто и никогда не сможет поставить на колени. Выставка «Герои спецоперации» будет работать вплоть до 7 апреля. Вход для всех свободный.